когда солнце давно за горизонтом, и время закрыть глаза и по-настоящему расслабиться. Настает пора чил. Пожалуй, самая красивая музыка на свете. Найди свой чил. Здравствуйте. Это чил. Сегодня в этом суетном мире все сложнее сохранять спокойствие. Это очевидно каждому, кто живет в большом городе. Скопление людей, транспорта, бетона. Все это антигуманно и противоестественно. Может быть, единственная возможность восстановиться заключена лишь в физическом перемещении своего тела поближе к природе. Но что, если это невозможно? Что, если город не отпускает? Как же нам найти свой баланс? Меня зовут Артем Дмитриев. Сегодняшнее музыкальное приключение длиною в час. В определенной степени это шанс обрести покой, остановиться, посмотреть на себя и происходящее со стороны. В сущности, сегодня я приготовил для тебя невероятную звуковую палитру. Это музыка, которая вибрирует на каких-то высоких частотах. А там, куда мы с тобой отправимся, теплый ветер и абсолютное спокойствие. Дай мне свою руку. Мы отправляемся. Thank you.
сегодняшний выпуск не состоялся бы без Котомкина Евгения Дмитриевича, арбитражного управляющего, который поможет в сложной финансовой ситуации. Хотите избавиться от долгов, претензий кредиторов и коллекторов? Евгений Котомкин более 5 лет занимается банкротством физических и юридических лиц. Поможет разработать план действий, окажет сопровождение на всех этапах процедуры банкротства. Бесплатная консультация по телефону плюс 7 917 700 3397. Или просто напишите на e-mail kotarbiter@gmail.com. Выпуск выходит при поддержке Котомкина Евгения Дмитриевича, арбитражного управляющего. Представь себе горы. Бескрайнее пространство. С рюкзаком за плечами ты идешь по дороге к горному озеру, которое находится на лесистом высоком плато. Пыльная дорога петляет между растений. Ритм твоих мысленных шагов спокойный, размеренный, неторопливый. Ты вдыхаешь
чистый, приятный воздух. И вот перед тобою зеленый лес. Легкое движение листвы, покой и расслабление. Ты подходишь к лесной поляне. Здесь можно немного отдохнуть. Мягкая, теплая трава. Твои ноги, туловище, руки подставлены солнечным лучам, а лицо находится в тени. Твое тело впитывает солнечный свет. Мягкие солнечные блики касаются лица. Твое дыхание ровное и спокойное. Настроился на отдых и расслабление. Тебе тепло и уютно. Прислушивайся к себе. Почувствуй это тепло.
выдыхай. Thank you.
Теперь обрати внимание на свои руки. Представь, что ты повернул кисти рук ладонями к солнечному свету. Ты ловишь ладонями теплые лучи. Твои ладони становятся теплыми, горячими. Чувствуй мягкую расслабленность в руках. Руки отдыхают. Лежишь на мягкой траве, а твое лицо находится в тени деревьев.
ты чувствуешь только еле заметные солнечные блики, проходящие сквозь крону дерева. Легкий ветер чуть колышет листву. Твое тело ласкают нежные отсветы солнечных лучей. Ты улыбаешься. Лицо расслабляется все полнее. Щеки становятся мягкими. Веки прикрывают глаза. Лицо ровное и спокойное. Ощущение покоя, отдыха. Абсолютное расслабление. Отдыхаешь.
Твоя поза сейчас удобна и комфортна. Расслабление. Прислушайся к себе. Сейчас твое тело стало легким, почти невесомым. Ты будто растворяешься в окружающем воздухе. Представь, ты приподнимаешься и как будто отрываешься от земли. Легкий поток воздуха подхватывает тебя, и ты плавно качаешься на воздушной волне. Thank you.
что хорошо отдохнул. Ты чувствуешь, что хорошо отдохнула. Силы восстановлены. Прислушайся к себе снова. Спокойствие и уверенность уже в тебе. Ты ощущаешь прилив силы и энергии. Ты делаешь глубокий вдох и короткий выдох. Глубокий вдох и выдох. Идешь по лесной тропинке. Ритм твоих шагов становится быстрым и энергичным. Ты дышишь глубоко и энергично. Много сил и энергии. У тебя отличное настроение. Thank you.
Свежие выпуски программы доступны на официальном сайте chillrusha.ru. От Инстаграма до Телеграма, от Ютуба до ТикТока Chill есть везде. Найди меня в Гугле и Яндексе. Найди свой Chill. Дамы и господа, леди и джентльмены, Чилл номер 327, медитация. Тот самый выпуск, при помощи которого в сложной ситуации можно стабилизировать себя. Я согласен с тем, что мир предлагает множество способов достичь расслабления. Однако музыка и медитация в союзе дают потрясающий эффект. Я прошу тебя написать мне свои ощущения. Для этого тебе доступны многочисленные способы связи в социальных сетях. А меня по-прежнему зовут Артем Дмитриев. Приятно осознавать, что ты слышишь мой голос, и он помогает тебе справиться с буднями. Я верю, что так повторится и впредь. Мы будем встречаться с тобой и делать это вновь. Oh,
сегодняшний выпуск не состоялся бы без поддержки Котомкина Евгения Дмитриевича, арбитражного управляющего, который поможет вам в сложной финансовой ситуации. Хотите избавиться от долгов, претензий кредиторов и коллекторов? Евгений Котомкин более 5 лет занимается банкротством физических и юридических лиц. Он поможет разработать план действий, окажет сопровождение на всех этапах процедуры банкротства. Получите бесплатную консультацию. Позвоните по телефону +7 917 733 97 или напишите kotarbitr@gmail.com. Медитация в самом деле — это способ успокоить себя, замедлиться, остановить гонку и по-настоящему отдохнуть. В те моменты, когда сложно выехать на природу, это верное средство. Голос ведет тебя вперед. Музыка обволакивает. И настает настоящий чилл. Традиционно мы услышимся с тобой спустя неделю. В 141 городе 3 государств посредством радио и всегда в интернете. На прощание сегодня будет рубрика «Классика». И там испанский музыкант Саймон Легрек, который до сих пор популяризирует подобный стиль музыки «Chillout» и «World Music». Я верю, что это поможет тебе. Все обязательно будет чил. Chill. Свежий выпуск ждет вас на сайте chillrussia.ru. Все будет чил. Сделано в Артем Дмитриев Продакшн.
satisfy my emptiness, loneliness. Where can I find light? I feel pain, loneliness, emptiness. My heart is crying, and it's under. It's under.